Всем привет, друзья, с вами я, Клонер2001, и это новый проект на канале под названием СССР в Майнкрафте. Да, друзья, в общем, я вдохновился идеями канала Скелетор, в общем, тоже строил СССР в Майнкрафте, правда, у него вышло 4 выпуска. Он строил дом советов, жилой дом, магазин, общежитие и столовую. Но у меня выпусков будет побольше, естественно, и более покрасочнее. Да, друзья. Так. Кстати, я уже дал название новому городу, под названием Starfire Рубль. У нас тут новое название. И да, я сделал как бы постскриптом вот здесь, что она не анимешная. Не анимешная. 5 секунд, чтобы вы посмотрели на нее. Прошло. В общем, основана 10 февраля. И население 100 человек, естественно. Национальный язык русский, да. Дальше вот флаг СССР повесил. Здесь вот флаг РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Два красных флага и здесь красный флаг. И надпись Старфая Рополь. То есть здесь начинается новый город, советский. Это было первое обновление. А второе обновление это у нас хрущевки. Суть дела не есть хрущевки. То есть каждая хрущевка по 50 человек, потому что каждая квартира одна кровать. Так что 50 человек, так что. Ну ничего, индустриализация будет, в общем, поднимем население. Вот здесь у нас вот детская площадка, здесь у нас качели, горка и песочница вот такая вот. Еще и дерево. А, ну и еще и скамейки вот здесь вот. Что, давайте посетим квартиру в хрущевке. Вот здесь начинается новая улица, здесь у нас улица Ленина, вот здесь. Дальше у нас будет улица Карла Маркса, Энгельса, Сталина, Горбачева и дальше улица 30 декабря. Кстати, 30 декабря это день основания СССР в 1922 году. И уже сразу начинает темнеть, так что сейчас постоянно утро. Хотя нет, надо по-другому. Вот так вот. Кстати, вот надпись СССР вот здесь вот на крыше. Если кто заметил. Надпись СССР и серп и молот. То есть, они делали надписи, потому что были преданы Советскому Союзу, верили в Сталина, Ленина и верили в генсека партии. Генсека, в общем, правителя СССР. Ну что, давайте посетим. Вот так вот, так вот подъезд здесь. Вот, как в обычных хрущевках. Тем более, это не пародия, а хрущевка. Здесь у нас кухня такая вот. Холодильничек. Холодильник. Сиденье и такой вот обзор на эту площадку, он с флагом РСФСР. Туалет, ванная и самое главное, гостиная со спальней. То есть там одна кровать и сиденье у нас. Здесь так красиво выглядит. Так, друзья, давайте поднимемся на последний 5-й этаж, в общем, здесь у нас на 5-м этаже, на крышу. И вот здесь такие вот жирные окна вон на каждом этаже. Отсюда их хорошо видно вон. Кто заметил, что у меня вон 52 FPS был, вот сейчас 49, 50 FPS, 51, и, возможно, у меня будет 50 кадров в секунду. Возможно. Вот 47 упало. Печально. Ладно. В общем, так, здесь у нас такая крыша, здесь больше ничего нету, так вот будочки. В которых это вход на крышу. Тем более, пятипарадные хрущевки. Все это дело, вот эта хрущевка одинаково похожая на ту, так что
повторять такое же нет смысла, в общем. Нет смысла еще показывать. Короче, друзья, вот такой вот большой такой вот пилотный выпуск про Советский Союз в Майнкрафте получился. Ну а с вами был я, Конор1001. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой каналчик. Нажимайте на кнопку нравится, то есть ставьте ширные пальчики вверх. Ну и, конечно же, не забывайте писать мне идеи, что еще построить в новом выпуске про Советский Союз в Майнкрафте и, конечно же, про мой город Яко-Оновск в Майнкрафте. Кстати, я говорю, что Яко-Оновск будет строиться сам вместе и новый город Старфаерополь тоже будет строиться, в общем, СССР в Майнкрафте. Ну, короче, на этом сегодня все. Спасибо за просмотр и всем пока.